Мой спутник глубоко вдохнул холодный, сырой воздух гробницы. Он будто придал ему сил. Я стоял у входа, на границе света и тьмы. То, что осталось от голоса разума, умоляло меня не входить. Но это был уже едва слышный шепот. Чем глубже мы спускались в гробницу, тем заметнее становились перемены в моем спутнике. Он обретал силу на глазах. Я почти ничего не видел во мраке, а он шел будто по знакомой тропе. Наконец мы очутились в огромном зале. Возвращались к страннику, а последние остатки человеческой сущности покидали его. Он ринулся вперед с дьявольской скоростью, а потом явился ты. Стой! Никто не вправе выпускать это чудовище на свободу! Даже ты! Не смей! Глупец! Ты только что обрек весь мир на гибель! Ты даже представить себе не можешь, что натворил! Иди на восток, в храм света в Курасте. Там перед тобой откроются врата в преисподнюю. Преодолей страх и войди, Мариус. Отнеси камень в адскую кузню и уничтожь его там. А теперь беги. Бери камень и беги! Добрый день. Добро пожаловать в Кураст. Немногие теперь приходят в этот древний город по своей воле. Надеюсь, ты в здравом уме, потому что безумцев здесь и так хватает. Меня зовут Храдли. Я маг, овладевший кузнечным искусством. Я с удовольствием тебе помогу. В последнее время у меня почти нет покупателей. Видишь, с местными жителями жестоко расправились прислужники Мефисто.
Вода в каналах покраснела от крови, и повсюду кишат демоны. Проклятые монстры из джунглей уже захватили большую часть Кураста. Безопасно только здесь, около пристани, где магическая защита еще сдерживает этих тварей. Но я не знаю, как долго она продержится. Что еще хуже, дети Закарума объединились с Мефисто. Основные силы закарумитов собрались в городе-храме Травинкали, который находится в одном из районов Кураста, далеко в непроходимых джунглях. Их фанатизм не знает предела. Но, мне кажется, эти так называемые воины света всего лишь безумные марионетки, которыми управляет незримая рука. Ты уже знаешь мисс Хиппа, да? А тебе известно, что он родился и вырос здесь? Я подозреваю, что он совсем пал духом, когда увидел, в каком бедственном состоянии находится Кураст. Только черный юмор спасает нас от полного отчаяния. Я обещал тебя сюда доставить и сдержал свое слово. Но клянусь светом, лучше бы я никогда не возвращался в это проклятое место. Не верю, что эти смрадные джунгли — тот славный Кураст, который я однажды покинул. Я не знаю, что за тьма охватила его, но мы обязаны это прекратить. Могу только надеяться, что джунгли не успеют поглотить последние остатки моей милой родины. Я хотел поговорить со стариной Алькором, но помешал его занятиям. Он не жалует гостей. Слышала о твоих подвигах, и я впечатлена. Мало кто из смертных способен так противостоять трем братьям и их слугам. Меня зовут Наталья. Я охотница из древнего ордена, созданного, чтобы выслеживать и убивать чародеев-отступников. Я бы с радостью отправилась с тобой в погоню за тремя братьями, но пока я вынуждена оставаться здесь и ждать новостей. Не знаю, что произойдет, но грядущая опасность страшнее, чем мы можем себе представить. Пока я не получу новых приказов, я буду помогать тебе, делясь знаниями. Я много слышала о Декарде Каине. Он последний из Харадримов, и потому я отношусь к нему с почтением. Должно быть, твоя сила и вправду велика, раз такой мудрец сопровождает тебя. Когда-то он был великим магом, но теперь словно крыса на тонущем корабле. Ты хочешь задать Ормусу вопросы и сомневаешься в себе. Ормус видит в тебе странную двойственность, как и во всех начинающих героях. Поговори с ним, и он может поделиться с тобой мудростью. Или оставь его и ищи мудрость внутри себя. Кратли подозревает, что Ормус маг. Пусть подозревает сколько угодно. Ормус не покажет ему настоящей магии. Привет.
Сюда не боятся заглядывать только самые смелые искатели приключений. Меня зовут Ашира. Я возглавляю отряд магов-наемников, известных как Стальные Волки. Мы уже много месяцев истребляем демонов в джунглях. Но сколько их ни убивай, меньше не становится. Весь город теперь во власти зла. Говорят, ты хочешь нам помочь. Если так, я разрешаю тебе нанимать моих людей. Но будь осторожнее. Если их разозлить, они становятся опаснее любых чудовищ из джунглей. В джунглях один неверный шаг может стоить жизни. Постарайся не задерживаться там дольше, чем нужно. Что у вас? Разве нельзя просто оставить меня в покое? А ты ведь здесь недавно. Я алхимик Алькор. Варю помаленьку зелья и готовлю мази. Можешь купить их у меня, если понадобится. Но не приходи ко мне по любому пустяку. Я терпеть не могу, когда меня отвлекают от исследований. Я никогда не говорил, что с моими зельями ты будешь жить вечно. Но выглядеть будешь на все 100 лет или даже больше. Да, уже много лет не бывал в славном Курасте. Но я даже представить не мог, что он наполнится такой тьмой. Это дело рук Мефисто, не иначе. Поспеши, Диабло и Баал по-прежнему на свободе, и тебе нужно найти их. Ормус только прикидывается безумцем. Обращай внимание на его поступки, а не на слова. Добрый день!
кажется, нефрит. Может, эта вещица чего-то стоит. Месхиф рассказал мне о своей страсти к нефритовым фигуркам. За время путешествий он собрал необычную коллекцию таких маленьких статуэток. На твоем месте я бы показал ему эту вещицу. О, глаз Халима! Только он видит истинные намерения Мефисто. Положи его в Харадримский куб вместе с другими реликвиями, сердцем, мозгом и кистенем Халима. Дрогнан рассказывал мне о Храдле еще в Лутгалейне. Он сказал, что тот вплетает магию в сталь и кует магические доспехи и оружие. Его мастерство может тебе пригодиться. Не верю своим глазам. Это последняя статуэтка из набора, который я собираю. Вот, держи. Я уже много лет храню эту фигурку золотой птички. Это будет равноценный обмен.
Твой спутник Каин должен был знать, что здесь его ждет смертельная опасность. Ты умеешь пробуждать в людях удивительную преданность. Да. Даже просто смотреть, как ты носишься в поисках золотой птицы, уже весело. Вы, герои, все такие. А Шира? Она грозна на словах, но готова поспорить, что она ни разу не встречалась с настоящим злом. Нянчиться с пьяными наемниками — это одно. А стоять лицом к лицу с порождением преисподней — совсем другое. Здравствуй. Тебе надо отнести прах Куиле Алькору. Алькор — торговец зельями, посвятивший себя безостановочной учебе и распутству. Добрый день. Крат ли подозревает, что Ормус маг? Пусть подозревает сколько угодно. Добрый день. Какая прекрасная статуэтка. Но с ней так небрежно обращались. Вот в этой полости, например, полно пыли. Храт ли умнее, чем надо человеку для счастья? В любом случае, свою работу он делает превосходно. Золотая птица Куиле, спасибо тебе. Займись чем-нибудь, пока я экспериментирую с его прахом. Когда вернешься, я сделаю для тебя кое-что полезное. Я люблю посмеяться над глупцами. Надеюсь, ты не против? Рад тебя видеть. Итак, золотая птица все это время была у Мисхифа. Интересно, понимает ли он, чем пожертвовал ради той нефритовой статуэтки? О, глаз Халима. Дрогнан рассказывал мне о Хратли еще в Лутгалейне. Добрый день. Я сварил тебе зелье из праха Куиле. Thank you.
Thank you.
забывай, что твоя истинная цель в Курасте — уничтожить Мефисто. Древние Харадримы заточили владыку ненависти в сторожевой башне города-храма Травинкаля. Помни, единственный способ попасть в темницу Мефисто — уничтожить артефакт под названием «Сфера подчинения». Мефисто использовал это устройство, чтобы поработить жрецов-закрумитов и их последователей. Сферу можно разрушить только древним кистенем, усиленным духом непорочного жреца. Вскоре после заточения Мефисто наслал свою порчу на жрецов-закрумитов. Все они перешли на сторону тьмы, кроме одного — Халима, Кихигана Верховного Совета. Мефисто приказал другим жрецам Совета убить и расчленить Халима, а затем разбросать его останки по всему королевству. Жрец Санкихур стал новым Кихиганом, в конце концов превратившись в воплощении воли Мефисто в мире смертных. Падший Верховный Совет сотворил сферу, чтобы поработить остальных верующих и с помощью их силы спрятать логово своего хозяина от смертных. Собери вместе останки Халима — сердце, мозг и глаз. Затем преобразуй кистень Халима и его мощи в Харадримском кубе. После этого уничтожь сферу подчинения с помощью воли Халима, чтобы открыть проход в нечестивое святилище Мефисто. Рогнан рассказывал мне о Хратле еще в Лутгалейне. Да. Алькор может объяснить все гораздо понятнее, чем Орвус. Thank you.
Чем могу помочь? Хратли считает свои шутки уморительными. Позавчера он сказал: «Ашир, не узнаю тебя без раны на лице». Похоже, только в портовом районе еще сохранился какой-то порядок. Добрый вечер. Ашира? Она грозна на словах, но готова поспорить, что она ни разу не встречалась с настоящим злом. Нянчиться с пьяными наемниками – это одно. А стоять лицом к лицу с порождением преисподней – совсем другое. Добрый вечер. Как я уже говорил, я окружил пристань защиты, чтобы сдерживать натиск демонов. Но чары начинают слабеть. Если меня не подводит память, священный клинок Скотсима может вновь укрепить их. Он называется Гидбит. Найди его, и наше убежище не пострадает. Некоторые считают, что мои цены неоправданно высоки. Это все потому, что я хочу денег и не желаю оправдываться. Знаешь про Гидбин? В таком случае позволь мне просветить тебя. Зачарованный кинжал Гидбин – это священный артефакт, который почитали приверженцы древней религии Скотсим. О, Ашира, моя постоянная клиентка, каждую неделю покупает у меня зелье мужественности. Гидбин усилит чары, защищающие порт от заполонившего Кураст зла. Гидбин – одна из немногих оставшихся реликвий старой веры Скотсим. Этому клинку приписывают великую силу. Ормусу многое известно про Гидвин. Но чем могущественный скотсимский артефакт поможет неверующим вроде тебя? Пусть размер Гидвина тебя не смущает. Да, это всего лишь короткий кинжал. Но в руках настоящего скотсимского мага он обретает громадную силу. Постой и послушай. Я немного узнал про магический клан Таан. И, похоже, большинство их изысканий касались ритуалов Скотсима. Если кто-то и сумеет применить силу Гидбина,
что только Ормус. Дрогнан рассказывал мне о Хратле еще в Лутгалейне. Thank you.
Доброе утро. Знать об этом необычном клинке. Thank you.
Добрый день. Приветствую. Вот деяние, достойное благородного героя. Ормус поздравляет тебя. Древние духи Скотсима будут хранить тебя в благодарность за возвращение священного клинка. После стольких лет Ормус снова пустит в ход свою силу, чтобы защитить невинных от тьмы. Барьер вокруг пристани станет крепче. В Травинкаль можно попасть, лишь потеряв разум, а не применив его. Это магическое кольцо мне ни к чему. Вот, носи его с гордостью. Oh, my God.
задача. Мозг Халима знает уязвимые места Мефисто. Положи его в Харадримский куб вместе с другими реликвиями. Глазом, сердцем и кистенем Халима. Кто мог предположить, что старая вера сыграет такую важную роль в борьбе с тремя братьями? Твои деяния снова поражают меня. Мисс Хифу, наверное, больно видеть родной город в таком состоянии. Удивительно, что он согласился остаться здесь и помочь тебе. Несмотря на то, что он столько времени провел вдали от дома, мисс Хиф переживает падение Курасты тяжелее всех. Похоже, только в портовом районе еще сохранился какой-то порядок. Привет. Я много слышала о Декарде Каине. Он последний из Харадримов, и потому я отношусь к нему с почтением. Не здесь. Да. Загрумиты упорны, как зомби. Только не так обаятельны. Теперь для охраны пристани требуется меньше стальных волков. Поэтому некоторые из них вызвались сопровождать тебя бесплатно. Мы с остальными волками неплохо здесь обустроились. Чем могу помочь? Я люблю посмеяться над глупцами. Надеюсь, ты не против? Постой и послушай.
Thank you.
Здравствуй. Добрый день. Это не пригодится.
вынести.
Что тебе нужно?
здесь. Добрый день. Книга. В ней должно быть что-то важное о сущности великих воплощений зла. Что касается тебя? Не в городе. Чем могу помочь? Я держу библиотеку книг еретического, экзегетического, герменевтического и фармацевтического содержания. Добрый день. Не в городе. Никто больше не приходит в Кураст без веской причины. Наверное, ты ищешь богатства и славы. Церкви света затаилась непроницаемая тьма. Будь начеку. Зря я так расхваливал Кураст по пути сюда. Ах, многое за эти годы изменилось. Книга теперь у нас. Ты проявляешь удивительную изобретательность. Я много слышала о Декарде Каине. Он последний из Харадримов, и потому я отношусь к нему с почтением. Добрый день, Алькор, торговец зельями, посвятивший себя безостановочной учебе и распутству. Благодаря тебе мы сможем воспользоваться источником ценнейшей информации и дать отпор Закарумитам. Шира суровая женщина. На твоем месте я был бы с ней поосторожнее.
Добрый вечер! Добрый вечер.
Спасибо. Thank you.
Я перегружен. Сердце Халима у тебя, и в нем по-прежнему живет отвага, чтобы противостоять Мефисто. Положи его в Харадримский куб вместе с другими реликвиями, глазом, мозгом и кистенем Халима. Здравствуй. Здесь.
Доброе утро. Обретя полную силу, кистень Халима сможет уничтожить сферу подчинения и открыть путь к Мефисто. Положи его в Харадримский куб вместе с останками Халима, сердцем, мозгом и глазом. Затем преобразуй их, чтобы исполнить волю Халима. Избавить Кураст от Совета Закарума было необходимо, но твоя задача еще не выполнена. Сферу подчинения тоже надо уничтожить. Диабло и Баал вот-вот найдут своего брата Мефисто. Нельзя терять времени. Добавить Курас. Ты уже знаешь Наталью? Если не ошибаюсь, она из Храл Харжек, тайного ордена, созданного много веков назад. Почти так же давно, как Харадримы. Меня беспокоит ее присутствие. Ведь Храл Харжек клянутся охотиться на магов, предавших доверие своего ордена. Интересно, зачем она здесь? Диабло
и Баал уже наверняка нашли город-храм. Они стремятся освободить своего брата Мефисто, которого Харадримы заключили в сторожевую башню храма. Доберись до него раньше братьев и не дай им освободить владыку ненависти из заточения. Ормус благодарит тебя. Долгое и жестокое правление Закрумитов окончено, а нечестивая Троица получила первый болезненный удар. Но настоящее испытание ждет впереди, ибо тот, кого охранял Совет, все еще находится в оскверненной башне. Торопись! Три брата явно намерены объединиться, но мы не знаем, что они задумали потом. И будь осторожнее. Твоя мощь велика, но ни один смертный не выстоит в одиночку против всех трех великих воплощений зла. Не стоит так оживленно обсуждать мертвых. Что тебе нужно? Солнце религии света зашло. Я отправила нескольких стальных волков на разведку в джунгли, около города храма. Они наткнулись на двух людей в плащах, которые применили какую-то жуткую магию. Мои бойцы едва выжили. Надо полагать, эти двое были Диабло и Баал. Прошу, поторопись. Они совсем скоро доберутся до своего брата. Никто больше не приходит в Кураст без веской причины. Наверное, ты ищешь богатство и славу. Что тебе нужно? Тебе удалось невозможное. Члены Совета мертвы, а значит, проклятие Закарума спадет, и наша Родина будет свободна. Ох, спасибо. Скрытые ходы в башне давно заброшены. Хотя, по слухам, в глубину она тянется так же далеко, как и в высоту. Я люблю посмеяться над глупцами. Надеюсь, ты не против? Джунгли как будто отступают. Проклятие уничтожено. Да благословит тебя свет. Когда пойдешь обратно в башню, будь настороже. Хотя многие последователи Закарума бежали, нам неведомо, какие ужасы все еще бродят внутри. Если ты по-прежнему собираешься придерживаться своего безумного плана, возьми себе в помощь наемников Аширы из Стальных Волков. Добрый день. Не могу поверить, что у тебя получилось. Твоя сила сияет, как ослепительная аура. Ты рвешься сразиться с Мефистом? Не поддавайся ненависти. Ненависть — его самое мощное оружие против тебя. Мой орден уже много лет наблюдает за Ормусом. Кажется, он все-таки на стороне добра. Но кто знает, какая тьма затаилась в его сердце. Здравствуй.
Последователи Закарума перешли все границы. Крах их прогнившей религии дает мне надежду. Когда-то давно Радримы пленили Мефисто и Баала в пустыне Улут-Галейна. Но помещать обоих братьев в одну темницу было слишком опасно. Радримы построили эту сторожевую башню, чтобы заточить в ней Мефисто. Когда закарумиты пришли к власти, они захватили город-храм, не уделяя особого внимания пленнику в башне. И это их убило. Ты уже знаешь Месхифа, да? А тебе известно, что он родился и вырос здесь. Я подозреваю, что он совсем пал духом, когда увидел, в каком бедственном состоянии находится Кураст. Только черный юмор спасает нас от полного отчаяния. Постой и послушай. Великолепно! Тебе удалось создать волю Халима. Используй ее, чтобы уничтожить сферу подчинения и открыть путь к Мефисто. Да укажет тебе путь истинный свет. Ты уже знаешь Наталью?
здравствуй! Приветствую. Добрый день. Добрый вечер!
Здравствуй. Здравствуй.